В этом году мы провели инвентаризацию всех детских площадок, которые у нас находятся на обслуживании в парках и в скверах. И разработали перспективный план замены в целом всех детских площадок. В этом году было установлено уже детские площадки в парке Победы новые. Мы установили в Стамбульском парке более насыщенную площадку, а ту со Стамбульской переместили в парк Шевченко по улице Морозлиевской. Было обращение ряд граждан. И после проведения инвентаризации мы разработали план. И вот один из таких самых, будем так говорить, плачевных детских площадок в Серединском сквере, мы решили начать с нее вот именно уже по отработанной инвентаризации. Эта детская площадка, она из дерева выполнена. Мы в прошлом году были в Германии делегацией. И я обратил внимание, что у них в парках они уклон делают на экологические материалы при монтаже детских площадок. Поэтому мы решили, что, может быть, будет интересно и тоже воспользоваться таким. Это вторая уже детская площадка, сделанная из дерева. Одну мы установили ко дню города в парке Победы, а вторая будет в Серединском. Ну и в дальнейшем по планам будем проводить замену во всех. С самых плачевных к самым более-менее таким. Не все будут деревянные. Какие-то будут выполнены из металлических, пластиковых, а какие-то будут выполнены из деревянных. Значит, из городского бюджета, к сожалению, средства на все эти работы, которые мы проводим, предусмотрено не было, но мы эту работу проводим за счет сэкономленных средств коммунального предприятия. Да, работы будут завершены уже на этой неделе, если позволят погодные условия, само покрытие площадки тоже будет уже застелено. Единственное, что весной мы приступим к озеленению, хотим облагородить там клумбу перед, высадить живую изгородь и как-то придать такой уют этому уголку. Я скажу, где-то порядка, они не все плачевные, но таких, которые срочные, требуют замены, ну их порядка 15. Это мы говорим о парках, скверах. Постепенно мы уже, да, мы сделали фотофиксацию каждой детской площадки. И уже по его состоянию мы определяем первоочередные замены. Кстати, в Серединском сквере эта детская площадка была построена в 80-х годах. Мы когда ее демонтировали, она буквально вообще не держалась, поэтому это где-то хорошо, что мы начали с нее.